Привет, Москва! Итак, мы приветствуем вас от лица танцевального клуба «Смайл». Мы Юра и Оля. Значит, сейчас мы вас посвятим в этот замечательный парный танец. Пару слов о нем. Да, кстати, вот она, наша замечательная позитивная команда. Пару слов о танце «Хасл». Что это такое? Этот танец вы можете танцевать под любую музыку, с любым партнером. Он очень прост в усвоении. Возрастных ограничений практически нет. У нас есть случаи, когда в группу приходили люди 77 лет и танцевали его очень замечательно. Итак, значит, сейчас мы кратко покажем, что это такое и как это примерно выглядит со стороны, а потом небольшой мастер-класс. Ummata porta vidi chi da portena, si tunna parla miezza americano, quando si fa la mona sotto la luna, con Madalena in cave di I love you, papà l'americano. Итак, спасибо, дорогие друзья. А сейчас мы с вами вкратце попытаемся выучить основы хасла и попробовать станцевать свой первый парный танец. Итак, пожалуйста, разбираемся по парам. Выходим, можем сюда поближе, можем туда подальше, кому как удобно. Главное, не стесняемся, все очень-очень просто. Итак. Отлично. Пока формируются пары, буквально пару слов, что нужно будет сейчас сделать. Итак, прошу внимания, посмотрите, пожалуйста, на сцену. Мальчики встают с моей стороны, а девушки со стороны Оли. Беремся за руки, вот таким образом. Замечательно. Сейчас мы с вами исполним основной шаг хасла. Мальчики шагают с левой ноги вперед, девочки с правой ноги вперед. Пробуем. Раз. Просто. Замечательно. Назад, топаем правой ногой. Два. Продолжаем движение. Три. Назад. И возвращаемся. Четыре. Еще разочек. Раз. Назад. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Итак, дорогие друзья, сейчас обратите внимание, чтобы вы двигались друг к другу и друг от друга. То есть друг за другом ходить туда-сюда не нужно. Мы должны в танце показать дыхание. Да, пробуем. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь пробуем вместе с нами под музыку. Молодцы, похлопали себе!
Мы сделали первый шаг в направлении парных танцев изучения. Итак, сейчас мы с вами изучим первую танцевальную фигуру. Взяли за руки. Первое, что с вами мы сделаем, закрутим партнершу к себе поближе. Как это будет выглядеть? А теперь давайте пробуем вместе с нами. Итак, взяли за руки. Партнеры поднимают левую руку ладошкой на партнершу. Ладошкой на партнершу. Отлично. Шагаем с левой ноги, слева от партнерши. Партнерша шагает с правой ноги вперед. Дальше делаем приставку. И поворачиваем партнершу в свою правую руку. Замечательно. Вместе с партнершей идем назад. И возвращаемся. Четыре. И под левой рукой выводим партнершу вперед. Раз, два, три, четыре. Еще раз пробуем. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пробуем вместе с нами. Молодцы, похлопали себе! Итак, сейчас мы с вами перейдем к такой разновидности хасла, как хастл руэда. Это такой танец, который танцуется по кругу, и прямо в танце мы с вами будем меняться партнерами. Все очень просто и интересно. Итак, сейчас буквально 2 секунды я спущусь вниз. Итак, встаем по кругу. Партнеры левой стороной в круг, партнерши правой стороной в круг. Партнер положил правую ручку на лопатку партнерши. Шире круг. Итак, левую ручку взяли за партнершу. Замечательно. Итак, внимание, какие шаги? Шагаем. Партнеры с левой ноги вперед, партнерши с правой. Раз, в круг. Возвращаемся назад. Два. Продолжаем движение. Три. И вернулись. Четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Очень важно, чтобы мы с вами сейчас танцевали синхронно, да? Одновременно все в круг и одновременно все из круга. Итак, давайте попробуем сделать это под музыку. Пять, шесть, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. В круг. Из круга. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Замечательно. Супер! Итак, сейчас мы с вами научимся меняться партнерами. Каким образом мы это будем делать? Будешь. Итак, давайте взяли с исходное положение. Ручки положили правая на лопатку партнерши, левая внизу. Значит, что мы с вами будем делать? Когда услышали слово «слева», значит, мы будем меняться слева от партнерши. Нашли лево. Все нашли лево? Есть, да, лево? Мы идем вот в то самое лево левой ногой. Все очень просто. Все время лево, да? Поднимаем левую руку, идем с левой ноги, слева от партнерши. Все просто, идем. Раз. Партнерша с правой ноги за партнера. Дальше. Вот после того, как вы сделали этот первый шаг, смотрим вперед и увидели впереди себя следующую партнершу, с которой вы будете танцевать. Улыбнулись и продолжили движение к ней. А партнерша, соответственно, к следующему партнеру. Два. Взялись обратно в пару и шагаем назад. Три. Вернулись. Четыре. И опять танцуем основной шаг. Раз, два, три, четыре. В круг. Из круга. В круг. Молодцы. В круг. Из круга. В круг. Из круга. Замечательно. А теперь будем проверять вашу внимательность. Когда я говорю слева, делаем следующую вещь. Смотрим. Мы танцуем в круг. Из круга,
слышали, слева сделали 3, назад 4. А только после этого идем на сменку, да? Еще раз пробуем. Пока не меняемся, не меняемся, пока не меняемся. Уже все, партнершу все забрали? Смотрите, партнерш, не отпускайте далеко. И в круг делаем. Раз, два, три, четыре. Услышали? Слева, два, три, четыре. И пошли меняться. Два, назад, три, вернулись, четыре. Итак, сейчас мы с вами будем проверять внимательность. Поехали. Сначала подсчет. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Слева. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Круг. Из круга. Круг. Из круга. Уже поменялись давно. Молодой человек. Конечно. Я понимаю. Так, где свободный партнер у нас стоит? Это я с двумя. Нет. Дабл пастл. Требуется один молодой человек. Выходим. Вот есть, вот он, иди сюда, а, есть, вот. Настоящий мужчина, выйдите, пожалуйста. Замечательно, замечательно. Настоящий мужчина вышел. Итак, продолжаем. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Слева, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В круг, из круга. Раз, два, три, четыре. В круг, из круга. Слева, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, в круг, из круга. Слева, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, в круг, из круга, в круг, из круга. Раз, два, три, четыре, слева, три, четыре, раз, два, три, четыре. Замечательно. Сейчас мы с вами попробуем станцевать под музыку. Готовы станцевать под музыку? Отлично, мы все готовы станцевать под музыку. Давайте поаплодируем себе за нашу готовность. Итак, слушаем внимательно, да, что я буду говорить в микрофон. Диджей, музыку погромче, пожалуйста. 5, 6, 7, 8. В круг. Из круга. В круг. Из круга. Слева. Молодцы! Раз, два, три, четыре. Слева. Круг, из круга, круг, из круга, слушай меня внимательно. Круг, из круга, круг, из круга, слева. Замечательно, круг, из круга, слева. Круг, из круга, слева. 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 Замечательно, ну а ты похлопали себе! Итак, теперь мы с вами будем дальше проверять внимательность. Следующее, что мы с вами сделаем, это поменяемся справа, да? Теперь задача немножко посложнее. Нужно поднять левую руку, шагнуть с левой ноги, но справа от партнерши. Итак, давайте попробуем. Значит, каким образом это все будет происходить? Партнеры у нас с левой стороны в центр да, стоят. Замечательно. Итак, вот мы шагаем вперед. Услышали? Справа. Два, три, четыре. Дальше. Поднимаем левую руку. Да, партнеры, нашли у себя левую ногу? Нашли? Да. Можно ее приподнять, чтобы потом с нее шагнуть. Нашли теперь право. И вот этой левой ногой идем справа от партнерши. Раз. Партнерша у вас проходит под рукой. Продолжаем движение вперед. Два. Я лицом к тебе стою. И вместе со следующей партнершей идем назад. Три, четыре. Давайте еще раз попробуем. Шагаем вперед. Услышали? Справа. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Все лицом друг к другу стоят? Замечательно. Итак, пробуем под музыку. Вперед. Раз, два, три, четыре. Танцуем. Три, четыре. Раз, два. Справа. Раз, два, три, четыре. В круг. Из круга. Слева. Вспоминаем. Молодцы. Даже с поворотом. Вот это да. Три, четыре. В круг. Из круга. Справа. Слева.
Вместе танцуем. Диджей, можно погромче, драйвер не хватает. Вот, замечательно. Круг. Без круга. Слева. Круг. Без круга. Молодцы. Справа. Круг. Без круга. Слева. Замечательно. Похлопали себе. Задание. А сейчас нужно будет скоординировать наши руки, ноги, лево, право, и еще при этом вспомнить свое имя. Это очень важно. Значит, для чего это нужно? Когда подходим к следующему партнеру или партнерше, представляемся. Например, танцуем все вместе, да? Вот я танцую, мы уже представились. Юра, Саша, замечательно. Вот мы танцуем с Сашей. Ты тоже Юра? Замечательно. Итак, вот мы станцевали с Сашей. Услышь? У нас тут все Юры! Итак, станцевали. Услышали сменку, поменялись. Я подхожу к следующей партнерше. Юра. Кристина. Можно даже так. Кристина. Итак, Кристина, теперь это знают все. Итак, сейчас давайте все вместе попробуем так потанцевать. Вы будете часто слышать мое имя, поэтому не переживайте. Итак, поехали. Диджей, музыку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Слева. Раз, два. Юра. Замечательно. Круг. Из круга. Справа. Юра. Аня, замечательно. Круг. Из круга. Слева. Юра. Юра. Отлично. Раз, два, три, четыре. Круг. Из круга. Слева. Юра. Справа. Раз, два, три, четыре. Юра. Слева. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Слева. Юра. Справа. Юра. Слева. Юра. Отлично, похлопали себе. Итак, мы немножечко с вами перезнакомились. Мы вас приглашаем в наш замечательный танцевальный клуб. Вы можете получить визиточки различного материала. Сейчас ребята в желтых футболках вам в этом помогут. Спасибо всем большое. До встречи. Спасибо, спасибо огромное.